С вами Максим Синов, Майнкрафтер, мы продолжаем играть с вами в Мадауту. Итак, ребята, значит, у нас тут вышло обновление. Да-да-да, обновление. Садимся в тачку и выезжаем. Да, ребята, теперь у нас тут обновление. Все новенькое, все такое хорошенькое. Только нам до сих пор не дают проход, не дают заходить в этот дом. Что меня сильно расстраивает. Ладно, пойдемте проедемся и как раз чуть-чуть поговорим. Поговорим. Вот, ребят, тут добавили, как я вижу, очень много заданий, которые, конечно же, сейчас выполнять не буду. Потому что не особо люблю выполнять задания какие-то. Хотя по GTA 5 я обожаю выполнять задания, но я через всего играю. Просто. И сюжетку прохожу в GTA 5, я просто играю. Вот, ребят, где-то так. Ну вот, ребят, ну, можно сказать, тут повысили немного графику, наверное, как я вижу. Поставили много миссий, может быть, даже что-то еще поменяли в игре. Вот, вот это, да, видели, что это сейчас было. Прям тут у нас аварии жесткие. Теперь паркуемся. Замечательно. Да, тачку смяли мы знатно. Да. Кстати, мы можем уже танцевать, да? Всякие позы. Что мы делаем? Вот, короче, можем даже в обморок, как раньше, упасть. Ребят, пишите в комментариях, что лучше, новая версия или старая. По моему мнению, старая всегда лучше. Вот. Ладно, давайте съездим опять домой, поменяем тачку. Ну, уже пофиг, но все равно у нас раздолбанная. Так. В общем, ребята, я знаю, конечно же, что вы это не сделаете, но попрошу вас, напишите, пожалуйста, комментарий к этому ролику, кто хочет, чтобы я вернул рубрику Motor Depot. Да, кто хочет, отмечайтесь в комментариях. А кто не напишет ни одного комментария, ну, из 300 человек, то я пойму, что никому это не интересно. Мне просто очень интересно ваше мнение. Мне кажется, ребят, раньше было лучше, потому что не было так много заданий, они вообще не были помечены. Помечены, вернее. Раньше всегда лучше. Вот. Так что вот. Все. Мы как телепортировались из машины. Ну ладно. Тут до сих пор. Что ты делаешь? Тут до сих пор чербек не добавили. Да уж. Что происходит? Так, давайте опять возьмем машинку. Вообще-то мы всегда в нее телепортируемся. Мне не нравится, что мы в нее телепортируемся. Да, это быстро, да, это удобно, но лучше все-таки заходить. Так намного реалистичнее. Вот. Давайте тормознем, ребята, и посмотрим, обратим внимание на карту. Так, транспорт.
Да, вот я тут добавил новый автомобиль. И вот еще один новый автомобиль. Так. Тут тоже можно поменять персонажа. Карта. Карта такая же осталась, да? Очень много, ребят. У меня без зданий прям вообще передо мной прям. Да уж. Да уж, без ребят нельзя убрать. Эти задания, потому что они мешаются теперь. Ладно, ребят, всем пока. С вами был Максим Синов Майнкрафт. С вами посмотрели с вами обновление и поговорили. Всем пока и всем удачи.